Межрегиональный фестиваль экстремального отдыха «Матлас» завершился победой команды «Горизонт» Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы. В течение 2 дней при морозе и сильном ветре судейская комиссия определяла лучшего из лучших. В программу фестиваля были включены лазание на скорость и на сложность по замерзшему водопаду, спуск с горы на тюбинге или на санях, прохождение лыжной трассы и канатная переправа. Победители определялись в командном и личном зачетах. Лучшей по итогам прохождения дистанции на скорость и на сложность стала команда «Горизонт» Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы. Второе место у команды «ЭОС» Дагестанского государственного университета. Замыкает тройку лидеров в командном зачете дружина «Хунзах» района. В соревнованиях на скорость участники должны были преодолеть 25-метровую высоту обледеневшего водопада. В дистанции на сложность ледолазам за 5 минут необходимо было преодолеть 50 метров.